Прийти, пожалуйста, в спину, не в бок. Питомцев не забудьте призвать. Связи две луны на расход на местоположение, которое. Может быть, вы все бить будете, а не АФКшки, ребят. Может быть, бить будете башню? Или стоять будете, АФКшки дальше. Ребят, бьем башню, да, в спину. Дал буст. Мерседес, Ревандал. Тоже бегите на место. Уже. Я еще кружусь. И, собственно говоря, Демсик, ты тоже беги, ты будешь стоять в то место и сума на нашу вышку. Охраняйтесь, они идут, сразу говорите, хилы от сумонера. Хил флеймов идет к нам. Сколько? Один хил. За контроль его. Да я держу, он не один. Он не один, он с убийцей. Контроль. Просто если они дают гилд сумон, ребята, готовьтесь от сумонера. Может, Люгин пойдет, поможет. Серьезно. Уже три флейма здесь. Меня не пропускают. Четыре. Ломайте вышки, все нормально. Хилы, бегите на нашу точку, куда я... Хил флеймов идет к нам. Ребята, пару человек с первого рейда, выйдите вперед, подерем. Я Икос побежал убить. Еще пару человек. Я не побегу, Рик, я буду вышку бить. Так, я на свое место. Ремонт-то убейте, ё-моё, бегает тут. На севере, ребята, не забывай. Половина не бьет куда надо. Бегу, да, мы в своему. Со стороны эмблемы... Вышки, ребята, со стороны эмблемы вышки. Сьюзи, две луны, вы на месте? Я, да. Две луны. Она, скорее всего, не... А, не вовсе. Её кто-то там не пропускал. Меня не пропускали. Где остальные вышки? Прош... Идёмте дальше бить вышки. Здесь рядом стоит еще вышка, слева. Хил идет, хил, не пустите. Хил идет. Бьем рядом вышки. Коняшки, скорее всего. Сумон! Сумон, долейте! Заливай его, Сумон! Быстро, залей! Заливаем нахуй их! Просто блять! Пусть они нахуй сдохнут на этом ёбаном Сумоне. Охереть, вот это они... Заливаем нахуй дальше, просто... Так, ребят, на башню посмотрите, чтобы никого не было, ребят, на башню посмотрите, чтобы никого не было. Ломаем лево правую башню, по сторонам, эти две башни, ломаем сначала левую. Ханг ста. Ребята, кто на нашу вышку убежал, все, давайте обратно. Рику! Да. Вот и наш хил феймовский лежит с Мореном. Я держу его. Ребята, на Н, бейте на Н. Ломайте эти две вышки. И поэтому Элфлэм, я не знаю, у них там вышек, наверное, штук там 20. Там есть, там два хила лежит. Я отстаю. С лестницы пришли. Заливайте все вышки, которые рядом сейчас находятся. Просто фармите вышки эти рядом. Засумонились. На лестницу все. Верните. Возвращаемся. На башню идут. На башню хотят засумонить. В спину заходим, убиваем их всех в спину. Их мало. Гига на повороте. На башне. Давим их в спину, Гига заходим спасла. В спину. Небеска. Мана нет. Гигу да на башню. Давайте, ребята, поднажмите, давим их. Ёбана в рот, вставайте, давим. Парни, вы можете, давайте. Шуви, сейчас кто встает, давай Шуви, сумон. Шуви, дай сумон. Все приняли сумон. Кроме хилов, Сьюзи и две луны. Сьюзи две луны не принимают. Дайте до сумон сюда. Да, сумон. Я понял, смысла нет, мы не успеем дойти. Ломаем это. Добейте в спину. Дайте до сумон. Так, окей, хорошо, картавая. Дай сумон. Не тратьте сумон на Рику, чё. Надо нам сюда до сумон. Хотя нет, никто не юзает, сейчас я скажу. Ломаем вышку, все нормально. Вставайте на пристани и, собственно говоря, сейчас секунду. Пойду у нас.
Вставайте на пристани и бегите вниз. В самый низ, к нам по карте. Смотрите, где все находятся. И бегите туда, на пристани вставайте. Не бегите в сторону нашей вышки, где мы были. Все, идем дальше фармить. Идемте вверх теперь подниматься. Не в сторону флеймов, а вниз. Идемте, идемте. В эту часть. К, собственно говоря, где мастерские. Идем, ломаем все по дороге здесь вышки, которые находим. Ребята, кто на карте? Демс, дай да, Сумон. Демс, ты дай Сумон. И со второго рейда, кто у нас? Мила, ты с нами тут? Со второго рейда, Хил, какой есть рядом? Свободный балл. Так, а нам принимать или что? Да, принимайте. Мы тут вышку бьем как бы. Ну, кто не бьет вышку? Принимаем, чтобы все сюда пришли. Где вы сливаетесь, ребят? Нельзя умирать так. В центре. Они там пешком пошли. Второй рейд. Кто пошел через флеймов? Вам сказали идти через другое место. Через идемте мастерские, дальше. Через флеймов. Нахрен вы туда поперли? Ну, я говорю, человек 7 точно не в дискорде сидят. Сделайте скриншот выбора тву рейд. Да, я скинул уже. Идемте я дальше. Сейчас скидлю уже. Сзади, помогите нашему, ребят. Сзади. Если там один человек, то не отвлекайтесь, лучше пробегать. Толпа слишком много, человек убежала за одним челиком. Да. Бьем вышку в спину. Не занимайтесь, но то не бегайте целой толпой за одним человеком. Надо по максимуму вышки. Я стою, скоро вышек не останется. Все нормально. Мы к вам подходим, вы сейчас с нами дальше будете бегать. Идемте дальше. Да, там такая толпа вышек, будет неудобно на них зайти, чтобы попробовать их побить. Даже не видно, где их вышка. Убейте, я сон кинула. Сейчас деремся со всеми, с крусайдерсами. Деремся, заливайте их. Не бойтесь. Пошли бусты. Гигу дайте. Продлил. Гигу дам. Там же. Да в спину зайдите, вынесите хилов. Так мы их всех убили уже. Всех уже спускаешься, ребят. На Крусайдерсов, в сторону башни. Ига, лестница. Налево разверните, в сторону Крусайдерсов. Налево, в сторону Крусайдерсов. Заходите за спину к ним, просто за спину заходите, убивайте их, не бойтесь. Адреналин. Давайте, ребят, заливайте вышку. Берса, Свитлинг, Берса убейте, который сейчас залил только что кучу. Лейте вышку и сразу Берса. Смотрите, не дайте им застилить. Может, вышку Крусайдерсов после этого? Пойдем. Снизу. Ломаем все вышки, которые здесь. Не даем застилить, ребята. Они заходят, войдите обратно. Убейте их. Иди куда на лестнице. Наш. Почти застилили. Так, и 4. Две луны, Сюзи, убегите обратно на топ, где мы были. На те две вышки. Идемте ниже Крусайдерсов. Идем вниз, в сторону мастерских. Сюзи, две луны, бегите на то место, где мы были. Башня Лукойл. К башне Лукойл. Сюзи, две луны. Заливаем эту вышку в спину. Вниз, пройдите в мастерские. Зайдите в сами мастерские. Прыгаю, вот ко мне бегите, я прыгаю, ребята. Берс прыгает. Всех за мной. Бусты. Телекинез. 10 секунд. Собаки там все юзать. Бегу, да. Заливать надо. Бега. Одного. Давайте следующую. Развернитесь, убиваем биванов. Убиваем биванов, всех, кто тут стоит. Всех убейте вот этих вот. Проходите, давим. Прям заходим в них и давим до конца. Чтобы... Не бейте, кроме меня. Берсы бейте, потому что если вы собаки, остальные ПВП. А, блин. Фрагми добейте. Флеймы засумонились. Да, от Сумон. Две луны Сюзи, Сумон. Две луны Сюзи, Сумон, скорее, ребят. Две луны Сюзи.
Вас убили там, понял? Отступаемся. Встаем на пристани. Не, стой, не убили, подожди, сейчас отвяжемся. Умер, на пристани вставайте. Принимайте. Нет, он не дался. Второй рейд принимайте. Да. Первый рейд встает у пристани. И... не получилось. Плохо, что эти две луны убили, конечно. Кто умер, вставайте на пристани. Кто жив, бегите в сторону пристани. Наша цель, следующая вышка, это Лукойл. Чего сам он там? Принимать ему? Да, принимать. Все нормально, не кипишите, все нормально. Все хорошо, ребят. Адреналин. Залить эту вышку. Нет, в сторону, сюда. Наша цель сейчас эти вышки себе позволяют. Смотрите, куда вы бьете, спину не бьете, ребята. Крувка, у тебя остался сумон? Нам уже гильчатки отписать, скорее всего. Что-то мы все куда-то разбежались, непонятно. Крувка, Хофуру, у вас остался сумон? Хорошо, Шуви, беги на те две вышки, которые стоят, где Илфейм раньше стояли. Вишенки и еще какие-то. На те две вышки беги. Крусайдерса залейте. Крусайдерса залейте, не бойтесь. Это... Они заходят, залейте, разверните, залейте. Разверните, залейте, Крусайдерса. Башню добейте, лантеры щиты просто поставьте и все. Так, давайте надо Симон. Добейте башню, пока добейте, добейте, добейте. Окей. Шуви, беги туда, куда я сказал. Наша. Возвращайтесь назад, здесь еще куча вышек. Шуви, это беги. Куда, это наверх или вниз? За топой беги. Биванов сейчас. На Лукойл, вышку Лукойл. Сейчас убиваем Биванова. Потому... Ставлю ССБ, Тура не трогайте, он не мешает так сильно пока. Зовите вон Биванова, ребят, не бойтесь. Фейм заходите снизу, вон, зали... фейм снизу. Может быть, башню будете бить, ребят? Но мы потом не успеем сломать ее. Ребят, да, бейте башню параллельно. Кто дерется? Второй рейд заливайте башню, первый рейд дерется. Второй рейд заливает башню Лукойл, первый рейд дерется. Тур бегает, ребята, моего контроля. Пока не до тура, надо Биванов. Второй рейд. Все собрались и бьем вышку. Вышка Лукойл. Первый рейд бьет ван Биван. Даю гигу. Хофуру, ты меня слышишь? У тебя есть сумон? Скажи, пожалуйста. Второй рейд, не вижу всех на вышке. Так, разверните вышку, добейте. Первый рейд, вышку добить. 4% на вышке. One by one. Пришел. Наша. Отлично, нашу. Пытались застилить. Деремся сейчас. Я точку дал, чтобы стяги не было. Со второго рейда у кого сумон есть, скажите. Да. Идемте ниже на втул. Идемте ниже, ниже втулки есть еще. Видите? Две втулки на рядом стоят. Идите, ребят, на лестнице. Сливаем их, идем на те втулки. Хорошо. За толпой бегите, остальные, не пвпшитесь. Куда толпа бежит одна? Вы можете прыгнуть, а не толпиться, ребят. Так, надо как-то сделать, хорошо. А, тут флеймы бьют эти вышки. Флеймы прям тут стоят, бьют? Да, давайте бьют. Зальем их. Давайте зальем их. Ждем, ждем всех и заливаем. Стоп, не идти. Так, а может на флеймах пока засумонится, пока нет, не здесь? Пока пошлите, идемте, заходим. По флейму попробуем их убить. Не боимся, заходим в этих флеймов. Продлил. Долбуст. Заходим в них, прям за спину проходите. Не бойтесь, за спину просто проходите. Ничего страшного в этом нет. Идите за спину, все нормально. Под вышкой даю гигу. Хорошая гига. Заливайте, ребят, постарайтесь, пробуйте. Мы можем, мы лучшие, давайте. Сзади заливает один. Нет, не один. Ладно, стоим на пристани. Кто умер, стоим на пристани. Не потянули. Ничего страшного там нет. Так, сейчас... Рику, надо было их на суман забатить. Это... Их там много. Мы дали уже гилд сумана, не вернулись. Стойте все на пристани. Сейчас я скажу, что будем делать. Хорошо. Есть. Идемте дальше. Все, идемте, идемте дальше на вторую. Пытаемся забрать ее. Не бойтесь. Тут все, что можно быть на сервере, находится сейчас здесь.
хера не видно. Под вышкой даю гигу. Кто резнулся, не бегите с одной стороны, пытайтесь обойти со спины. Байваны здесь тоже, с другой стороны. Так, они отсумонились, да, как я понял? Пытаемся забрать эту вышку, деремся за эту вышку. Кто умер, вставайте, обходите с двух сторон и ломаем эту вышку. Если сильно много умираем, тогда все же не будем так делать, чтобы не сливать фраги. Давайте сейчас просто подеремся. Не вышку бейте, просто сливайте всех, кто есть. Кто здесь, просто убивайте их. С двух сторон сидят. В углу проходим, да. Сзади у них около 5 человек стоит. Смотрите, стойте, не проходите туда. Как будет 10%, на 10% просто заходим и пытаемся... Сейчас набивайте ярость, бафайте до 10%. Ярость набиваем, бафаемся, не сливаем. Стоим на проходе и на 10% просто топаем, заюзываем все ульты. Обновите расходку, у кого нет. Они в нас доходят. Все, идемте. Пошла гига. На башне никого нету, почти дойдите вовнутрь. На башню, прямо в башню бейте, заходите внутрь, не бойтесь. 6% у вышки. 5. Пробуйте, проходите, проходите. Флэймы на байванах. Отлично. Отлично. Молодцы. Молодцы. Так, стоим на пристани. Они, походу, разозлились. Стоим на пристани, стойте на пристани. Я сейчас разведаю, что происходит. Шуви, идем со мной в сторону флеймов. Посмотрим, что там творится. Не сливайтесь, пожалуйста, уйдите на пристань. Фраги не... Я обычно конницу устраиваю. Под лестницу, под ступеньки. Придите все сюда. Вот я берс прыгаю. Вернитесь назад к пристани, ну, пожалуйста. Наше второе место 100%. Это прям не обсуждается. То есть, ну, надо подумать... Флеймы ломают свои ответы на башне. Да, это мы видим. Сейчас стойте здесь пока, я сейчас побегу, посмотрю, что там творится. Давайте на другую сторону перейдем, ребят. Это, зарашить, попытаться зарашить бы башню флеймов. Тикас, пошлите на другую сторону пирса. Если там... Ребята, на ту сторону пирса. Ребята, кто спит здесь? Лучше туда идти, потому что тут народа нету вообще. Да, много ребят у нас без дискорда, вот это конкретно я вижу. Вот АФК что-то один человек. Нет, ребята, стоим на первом. Так, что у нас тут? Там много выше, можно вообще через большой проход. Я смотрю. Ну тут только мы, походу, пойдем. Если мы пойдем, только мы пойдем. Стойте, пока не идите. Пока сливаться смысла нет, мы просто сольемся. Сейчас, пока стойте, сейчас, скорее всего, просто АФК постоим, посмотрим, что дальше будут делать другие. Их очень много, если мы сейчас тупо пойдем и сольемся. Это бессмысленно. Ну да, ванбиваны их вообще защищают, типа, кайф. Я говорил, еще на прошлом вызывании постоянно их защищали. Вначале нам мешали постоянно пройти. Да и в середине тоже. Ничего, в любом случае все хорошо. Типа мы вышечки сломали, мы их на сумо не залили, мы пару раз залили, у них несколько вышек сперли, все отлично. Байваны подкуплены. С тем учетом, что нас меньше намного, вот то, что мы деремся снова против всех, это результат хороший. Выйдите вперед в сторону лестницы. Идемте в сторону лестницы, пройдите. В сторону лестницы все центральные. А, ну так и говорит. В сторону центральной лестницы проходите. Флеймы центральные вышки все заливают там. Принимайте? Да, туда. Принимаем. Вон посмотрим, куда это принимаете. Все идемте в сторону центральной лестницы. Шуви нас очень рядом присумонило.
Не знаю, зря ты сюда присуманила. Ну, идемте в сторону. Других. По центру, если чисто по центру пройтись, там в центре две вышки стоят под куполом. Их можно залить, попробовать. Сейчас смотрим. На центре около 9. Прямо вот. Давайте зальем флеймов сейчас. Заходите, заливайте. Именно игроков. Небеска 30 секунд. Там чья-то хорошая гига была, я ее пропустил. Даю небеску. Сейф защиты. Давай, давай, давай больше, больше, больше. Заливаем, заливаем, ребят. Проходите все вперед, заливаем их просто. Стараемся. Проходите вперед, не бойтесь, заливайте, за спины проходите. Шуви, дай хил баф. Ну вот, умерли все в одном месте. Фига. Все захлебнулись? Да тут только мы, никто больше не ходит. Ну, видимо, все, да. Ладно, кто выжил, отходите назад. По центру, на лестнице, снова регруппаемся, на лестнице центральной. Регруппаемся на центральной лестнице. Господи, у них столько подсосов, там это капец, у них помимо своих, у них еще без гильдии, там очень много людей вместе с ними. Там Space Crane. Шуви, беги отсюда. Ну-ка, пойду-ка я застелю. Эфлеймы пробежали. Лестницу. Там застелили. А потом выебываются, что они нас соло разносят. Ну, конечно. Так, давайте просто здесь драться с ними. Кто подходит, встречаем на этой лестнице. Дальше не идем, не спускаемся. Деремся на подъеме, встречаем. Потому что кроме нам никого не надо. Это ничего. За той вышкой смысла нет. Гнаться мы только умрем. Просто убивайте здесь на подъеме всех. Не спускайтесь ниже лестницы, вернитесь назад. Стоим здесь, их выманиваем. Нам толку от этих вышек нет никакого совершенно. Ребят, не сливайтесь, пожалуйста. Не убивайте. Может быть, задних убивать будете, которые мимо проходят. Развернитесь, убейте задних. Просто убиваем всех, кто проходит сюда. Давайте просто разделимся. Половину туда, половину туда. Туда да нету не смысла было. На них ходить. Я еще раз тебе повторяю. Мы только сольемся. У нас и так вышек на второе место. Заливайте крусайдерсов этих. Что-то вы в этом пробили. Ребят, все здесь? Готовы заходить на элфлеймов? Нет, да. Подожди, давай регруппимся в одну кучку. Ну, соберемся, мы все здесь уже. Половина на лестнице стоит. Мы все здесь, ребята. Выше поднимитесь. Выше поднимитесь, все выше поднимитесь. Чуть-чуть выше. Все, все на месте, готовьтесь. Гига готова, ребята? Кто сзади? Есть гига. Может, подождем откаты? Сколько еще у вас откат? 20. Давайте ждем 20 секунд и выдвигаем. Пока набивайте ярость, ничего не тратьте на здесь. Мы их сливать или на вышку прорваться? Сливать, именно драться, заходить с ними. Пытаться. Да, все танковские гиги и заливаем, ребята. Есть. Бля, ну посмотрите, сколько у них пососов, это ж пиздец, бля. Да, у них и крусайдерсы, и байваны, у них все и посасывают и просто. И паперсы, это просто. Это просто пиздец. Это потом, а потом мы соло вас идем. Разнесли, да. Идемте, игнорим всех, проходим именно в флеймов. Игнорим, проходим только во флеймов. Заливаем в гиги. Наша задача во флеймов пройти. Хорошо. Балгары не тратят свои. Балгигу. И какой смысл туда заходить, если тебя в спину заливают? Ну да, подсосы. Нахрен нет. Этих феймов просто бейте всех подряд и все. Все, нахер, заметьте, мы уже отступайте назад. Сильно много спину нас бьет. Назад, просто это назад отступаем и бьем всех подсосов. В них не проходим. Это бессмысленно. Типа,
Можно было попробовать, что процессы будут нормально играть, но они не нормально играют. Все, кто умер, нет, набиваем здесь фраги. Кто умер, возвращайтесь сюда, на лестницу, по центру будем стоять и всех убивать. Подсосы. Предлагаю убивать всех, кто бежит. Давайте по разделимся, просто наши верх и низ чекали, а то мы так не сможем, нас в спину и на лестницу вынесут. Там нет смысла разделяться. Просто здесь вот стоим на этой части. Не пропускайте геймфлеймов, всяких убиванов и так далее. Да, часто просто вот здесь деремся. Заливайте, в этой части, по центру, деремся. Не пускаем. Там много наверху? Убейте, убейте, ванбаваны. Поднимитесь выше, поднимитесь наверх, там куча ванбаванов. Двое. Их тут. Бегают такие одиночки, слепите их просто и все, чтобы они не помогали. Далеко не убегать. Побились, убежал, то убежал. Обратно вернулись. Держимся на центральной лестнице. Вниз не спускаемся. То есть вот где проход по сторонам, лево-право, там стоим. Поднимаемся максимум наверх. Смотри, набиваем просто сейчас, скорее всего, будет убивано забирать вышки флеймов. Такое чувство. Им не хватит, мы сильно много. Нет, мы не будем на них идти, мы уже сходили, это бессмысленно. Спрашивают насчет правил Destiny, типа, можно ли подсасывать вообще на БЗВ? Это считается нарушением? Пройдите вперед, зальем вот этих вот, только чуть-чуть вперед. Чуть-чуть, не в них, вот этих вот. Кто по центру стоит, по центру, центральных убивает. И назад. Вон двое фрагментов. Пошла гига на центре. Все, отступаем назад. Назад, назад. Все, убили, возвращаемся назад. Просто будем их так вот убивать. Ух ты. Упс, дед. Кто-то застелил вышечку у них. Убиваем таких вот. Кстати, Мерс слышал новости? А Наркс Хилл там бегает. Потом, потом. Все новости потом, ребят. Надя. Обернитесь все. Там ванбиваны. Назад поднимитесь и вверх. Все вверх поднимаемся, полностью вверх. Убиваем ванбиваны. Вверху их много очень, ребят. Очень много. Много. Залить, да, я сейчас только сейчас... Залить их тупо. Дал гигу. Их 8, 8 их там стоит. Это не убегают. Много. Убегают. Как тараканы. Далеко сегодня растягивайся, давай рекорд ступим назад, обратно. Сделайте еще скриншоты, ребят, рейдов. Так, ребят, вы всех залили? Давайте добиваем всех здесь и спускаемся обратно на то место, где стояли. Так. Люди, как у вас там дела? Смотрим, что нормально. Тут нормально. Тура можно залить. Ну, он прям в толпе стоит. Ермака залейте. Осталось две башни. Ну, давайте последний пул попробуем в флеймах выйдем. Идемте, собираемся. Пошлите в флеймах. Там очень много. Можешь опять 60 килов им дать? А толку? Сейчас опять подсосники подтянутся. Да, сейчас опять 60 килов просто отдадим и все. Ну, стойте, все, тут стоим. Не будем. Тоже верно. Пройдите в центр, пройдите прям в эту херню. Сзади убейте, сзади убейте. Сзади, убиваем сзади всех. Подсосы пришли. Сзади еще и подсосы двое бегут. А убиваны пришли, подсосники. Мусор в натуре. Это на Элфэмов идет, сейчас там 6%. Так, я да все уже там, в принципе. Конец. Нет. Ноль. Да, у тебя, да. Второй наш. Очень много вышек заснул. Блядь, я бы чуть-чуть еще и дотянулся. Ну, не очень много подсосов оказалось. Да, прям да, чересчур много. Чересчур. Типа там много кто без гильдии, все, уходим назад все. Много кто без гильдии им помогал, так еще ребята с гильдии, типа The Fappers и так далее, типа постоянно не давали. Ребят, на лестницу не судитесь, их уже до хрена здесь. Так, ребят, конечно. Мы же втроем. Мы в них заходим, на спину постоянно заходят три каких-то команды и просто нас мочат.
Ребят, смотрите, всем участникам на этом БЗВ завтра придет капитал гильдии, то есть денежка на почту. Спасибо всем, кто пришел, вы молодцы, отыграли хорошо, подрались, на сумоне их залили, ну, действительно хорошо поиграли. Да, конечно, можно было бы лучше, но что имеем, то имеем. Вы все молодцы, спасибо большое, что все пришли. Я жду такую же активность и отзывчивость на следующее БЗВ, чтобы мы тоже заняли второе место, и я раздал всем денежку. Всем спасибо за участие, ребят. Овсянка топ. Да. Если у вас есть какие-то вопросы, собственно говоря, по гильдии, или вы что-то хотите предложить, или у вас есть желание быть PvP-офицером, либо просто офицером, можете мне написать, что у вас. Поговорим и обсудим. Рико, прыгни в комнату выше. Ну, офицер, как обычно. Да, офицеры, сбор офицеров. Если у вас какие-то вопросы будут, либо предложения, пишите мне в ЛС. Я с удовольствием со всеми поговорю. Молодцы, ребята.